Так, сегодня, ребятки, у нас вот такая вот лампочка. Можете посмотреть данные, характеристики, да? Вот, вы видите, что она даже лопнула здесь. Уже оттрудилась она не один год. Сейчас мы ее разберем. Вот таким легким движением руки, резким, разбирается. И мы видим, что вот этот светодиодик с черной точкой. Все остальные нормальные, а один с черной точкой. Его надо сковырнуть, ребят. Ну, я показываю, как я делаю. Вы, может, паяете, там, меняете эти светодиоды. Я на быструю руку. Вот, берем и резким движением руки его надо убрать отсюда. Вот, видите? О, видите? О, убрали мы сам светодиод. А теперь нам здесь нужно замкнуть вот эти вот две дорожечки. Видите, то есть вот отсюда и сюда. Для этого мы будем просто вот так возюкать ножом. И как натягивать металл, ребят. Вот так возюкаем, возюкаем. Надеюсь, вам видно. Вот, после чего мы ее вкручиваем и проверяем. Ребятки, поковырял я, поковырял. Вот, собственно, результат. Вы можете увидеть, да? Вот так вот. Аккуратно, только смотрите, соседние светодиоды не заденьте. И вот сейчас будем включать. Смотрим, это же лампочка. Все, одним дублем. Все, видите, светится, кроме одного светодиода. И вот так они у меня еще работают год. Полгода, год стабильно. И потом, ребят, я могу даже еще один светодиод таким образом убрать. И дальше она может работать. Вот, ребят, та же лампочка. Защелкиваем колпачок на место примерно. Смотрим, как оно было. О, все. Видите, я его поставил на место. Обжал вот так вот. Он нашел свое место. И все. Я даже ничего не клею. И вот смотрим, включаем, выключаем. Все работает. Отлично. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста, пуко-пуко, до новых встреч.